Касим Гучев, руководитель команды «Искра». Поздравляю с победой. 4-0. Уверенная победа над Ушигером по счету. Но, может быть, не столь уверенная, наверное, по игре. Будем честны. Да, преимущество было, но в напряжении матч довольно-таки долго держал зрителей. Ваши впечатления об игре и насколько расцениваете свое положение в турнирной таблице? Всего 2 очка вас отделяют от команд, которые делят первую строчку. Спасибо за поздравления насчет матча и соперника. Ну, соперник объективно, так сказать, не самая слабая команда. Такая же у них была суровая игра с Кабардой на искусственном поле. Они до второго тайма, до середины тайма также держали равный счет. Поэтому спасибо парням за игру, за соперничество. Нам было сложно. Это не мы попадали, это просто соперник не давал нам забивать. Вратарю респект там огромнейший. Насчет положения в таблице, я вообще и сам не хочу, и пацанам не особо раз не говорим насчет таблицы, потому что всего 6-й тур. Надо смотреть максимум после первого круга. В принципе, сельское поселение Алтут – это даже не город, естественно, но команда идет довольно неплохо, есть довольно хорошо укомплектованный состав. За счет чего удается организовать в сельском поселении такую команду? Ну, мы пытаемся изыскать средства, просим, стучимся во все открытые, не закрытые двери. Нам из местных помогает Беслан Дешев, стрижкой полей, там оплачивает некоторые матчи. Сегодня нам, например, помогли Александр Медведев, гендиректор «Зенита», Ибрагим Цалагов, капитан Сочи. И стабильно нас спонсирует еще Андрей Анатольевич Турчак, первый заместитель председателя Совета Федерации. Поэтому пока так живем, ищем потенциально постоянного спонсора, но пока живем от матча к матчу. Как удалось привлечь к спонсированию команды «Алтут» таких серьезных лиц? В частности, гендиректор «Зенита» – это как бы, ну, очень-очень серьезно. Какое ему дело до «Алтуда»? Посмотрите, какой футбол в «Алтуде». Играете как «Зенит»? Конечно. Спасибо большое, с победой. Спасибо.